Что же подарить Балде на день рождения? О, придумала! Балди, с днем рождения! Дарю тебе самую крутую линейку! Упс! Ну, Валеришка, держись! Нужно бежать! Сегодня день рождения, но настроение у него не очень, так что надо бежать. А, пуляй, кидай! Натя! Сразу двоих? Это прикольно. Да. Начинается что? Трэш! Трэш! Полетел. О! Так быстро! Все, папе хана. Привет! Привет, друзья! Вы на нашем канале Валеришка Плей! Ребята, вы знаете, что вышел мод? Да! Балди, день рождения! Круто! Смотрите. Здесь вся школа украшена к этому празднику. Вау. А Балди нету! А где Балди нет? Мне кажется, он уже отмечает. Да, он сидит и отмечает. А вот написано, 2. Смотрите. 7 плюс 4. 11. 8 минус Балди 4. Балди из... 4. Хэвин... Здесь пати! Балди на... Вечеринки уже, ребята. Так. Валерий у нас играет, смотрите. Подождите, мы найдем Балди или нет? Нет, наверное. Вы будьте уверены, вы найдете Балди. 3 минус 2. 1. 2 плюс 7. 9. Вау. Что происходит? Фроузен? Фроузен? А что это значит? Балди отморозок. Папа. Это он означает, что он... Вот он! Фиолетовый. Ребята, он смешной, он фиолетовый. Мама, текай. Валерий, беги. Бежим. Так, смотри, твоя задача сейчас еще заодно бежим. Показать нам комнату учительскую. Она здесь тоже наряжена, и она выглядит по-симпатичному. Надо ее посмотреть. Круто, мы да, катимся. Флажочки везде по всем стенам, круто. Так, подождите, а Playtime тоже оделась на день рождения? Конечно, да. Все оделись. О, директор одел свой самый любимый свитер. Ребята, он что, просто в зеленом? Один. Да. 9 минус 5. Мам, представляешь, 4. Он про. Он одел зеленый свитер. Валерий, ты примеры решай. Ну все, нам с вами сейчас будет нелегко. Тачка. Тележка. Мама, какая тачка? Это тележка. Зеленым. Тоже зеленым сердечком. Все одели свои самые козырные костюмы. Зеленые. Козырные. А ее пати, получается, фиолетовые. Цвет... Да, Валерий, все правильно сделала. Это у них получается цвет настроения зеленый, что ли? Да, походу, да. День рождения же у Балди, ребята. Правильно, он же в зеленом, поэтому сегодня все оделись в зеленое. А Балди... Так он же фиолетовый. Валерий сейчас покаталась. Катайся, дальше. А Балди одел фиолетовое. Тележка, догони меня. Тихо, она сейчас тебя катит так далеко. Печатала. Что она тебя? Да это носок был, мне кажется. Нет, носка еще не было. Или было? Не было носка, мне кажется, не было. Да нет, он такой выглядел. Сенку прям. Он тебя покатал. Ребята, надеюсь, мы головой не бабахнули. Круто, конечно, бабахнулись, Лера, ты что не знаешь? Нет, конечно. 2 плюс 8. 10. 8 плюс 3. В чем пример? Ребята, решайте вместе с нами. Да. Да, и уже все, каникулы закончились. Мама, давай традицию свою, задавай примеры. Задать примерчик вам? Задавай. Такой, хорошо, самый каверзный. 99 плюс 325. Ну что? Я готов ответить. Сразу? Ладно, тебе не подсказывай, ребятам. Напиши в комментариях ответ на мой вопрос. Happy birthday to you. Да, ты решила сразу поздравить Балди песенкой. О, смотрите, шарики. Это же они шарики. Они везде, это вместе елочки. Шарики, кошарики. Ребята, шарики, кошарики. Пятый пример, 9. 9 минус 4. 5. Я даже не успеваю озвучивать. Валерий, ты быстро решаешь. Но это легкие примеры. Дай тебе понучку. Так, смотри, какие шарики сбоку. Кто любит воздушные шарики? Особенно гелевые, да? Валерий, ты любишь? Они летают очень прикольно. И когда их в небо опускаешь, они такие... Вии! Осталось две тетрадки. Ребята, у кого в январе 7 плюс 7. 14. 5 плюс 7. 12. Так. Что, папа, ты хотел спросить? У кого день рождения в январе? У кого в январе еще день рождения, кроме Балди? Ребята, обязательно нам напишите, у кого в январе день рождения? Ну, у Балди, походу, 11 января день рождения. Бали тоже в зелененьком уже оделся. Так. А что это фиолетовое такое было справа? Это же содовое, это да? Банкомат, где покупать содовую. Ну, нас... Балди, как у него же... Тележка, спаси меня! Почему ни разу плейтайм не директор. Было? Директор! Я хочу плейтайм. Пуляй! Кидай! Натя!
Сразу двоих? Нормально. Это прикольно. Да. Директор, если бы ты меня сейчас забрал в директорскую, ты бы меня спас. Но он тебя не забрал. Он тебя еще заберет, не волнуйся. Зачем? Не надо, не попадайся директору. Хотя мы тогда посмотрим учительскую. Там-пам-пам. Но где бал это? Где плейтайм? Где носок? Носок. Где носок и плейтайм? Где наш носок? У нас есть ножницы. Мы способны с ними бороться. Тогда сразу идемте. Директор, вот вы просили. 15 секунд. Ну хотя бы не 50. Помните, когда мы закрывались на 50? Так, ребята, это шестая тетрадка. Нет, ребята, помните, как мы закрывались? На 200 секунд! Да, был и такой мод, помните, это был просто жуткий мод, когда так долго надо сидеть в учительской. Беги, 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 Валерий, быстрее! А вот и плейтайм! У меня есть на это случайно, смотрите. Она тоже зелененькая, с голубенькими штанишками. Так, если что, я вас всех туда. А еще, кстати, сегодня сюрприз от папы. Посмотрите обязательно, он нашел очень прикольный мод. 4 минус 4. Так. 6 минус 9. Минус 3. Какие вы быстрые. Как начинается... вы быстро решаете. Трэш. Да, трэш. Сейчас будет сюда синий. Красный коридор. Все, один выход закрыли. Куда бежать? Валерий, куда бежать? А, закрыто, получается, за... столовую, Валерий. Ой, балди. Валерий, как обычно, в столовой. Вон балди розовый. Ай-яй-яй, не успеем. А у тебя что-то меня потащило, круто. Вот, давай. Выход, быстрей. Ребята, ну же, Валерий пройдет или нет этот мод? Ну. По-моему, проходит. Ну, есть, да? Happy birthday там написано, есть. Congratulations, вы победили. Ребята. Все, папа, тебе ты давай. Сейчас мы зайдем в дверь, Валерий, заходим. Вау. А это Балди офис, скрытый офис, где мы находим... Бананчик! Как где празднуют день рождения. Да, походу здесь уже вечеринка. Все, поехали. Вау! Я вам показываю, это директорский мод. Подожди, тут Балди. Что, все директорами стали? Да. Даже Балди. Ой, какой он вообще ужасный. Посмотрите, что он говорит. А что он говорит? Он говорит, вам хана. Спасибо. Директор, ты утешил. Умеешь ты поддержать. Не бегать по коридорам, напитки в коридорах не пить, напитками не кидаться. 10. 4 плюс 6. Напитками не кидаться. Минус 3. И меня не кидаться напитками, а то я вас накажу. А это, кстати, уже вариант нового мода. Видите, у нас уже вот такой планшет с калькулятором. Один, да, это 1 на 4 мод. Поехали. Good one, player. Что он написал нам? Хорошее... Хорошее решение, игрок. Поехали. Ребята. Вау. Ребята, знаете, что нам директор говорит? Что? Нам киртык. Киртык? Сегодня давай ночью. Решай. 8 плюс 6. 14. Так. Пол. 1 минус 2. Минус 1. Он говорит, нам киртык сегодня ночью. Да, он помог. Кстати, смотрите, как смешно получается. Был день рождения у Балди. Все были в празднике, да, веселились. Да. И тут все стало серо. Все уже так да, хорошо. Делает бжжж. Вау, а что случилось? Эррор, ошибка. По-моему, он очень разозлился. Ошибка телевизора. Надо бежать. Он разозлился, ребята. Он ребята, надо текать. Кто так, у нас я бегу. Так, ребята, смотрим, кто у нас самый первый появится. А, я думаю, швабра. Смотри, вау, угадал. Швабра. Мама угадала прям с одного раза, она знала. Ну, это просто, мы же всегда в эту дверь заходим. Конечно, она в той двери сидит постоянно. Мы всегда заходим. Может, лежит? Может, стоит? Плейтайм, смотри, смешная какая. Но заставляет прыгать 8 Музыку раз. Музыку слушайте, ребята. Слушайте, вы видели это, что директор пробежал? Нет, это не директор, это Балди пробежал. Так, третья тетрадка. Теперь можно запутаться. 8 минус 5. 3. Ребята, кто у нас директор, кто у нас кто теперь? Теперь просто каша, ничего не понятно, все директора. Каша-малаша. Ребята, кто любит кашу? Ребята, я поняла, кстати, что это. Что? Рассказать? Да. Это каша-малаша из директоров. Купил. Нет, про... знаете, что самое сложное в этом моде? Где директор, где плейтайм, где что, где Балди, где что? Мы запутались. Нет, плейтайм легко, смотрите, она же маленькая. Порезал, да. А вот, получается, ты путаешь Бали с учителем. Ой, тележка, смотрите, какая смешная. Он бегает по коридорам. First price, и там Балди идет. А, вот Балди. Две тележки. Но. Подождите, как две? Как две тележки? Вот она, да, и отсюда. Носок. Крутой, вы нас видели? Нас все окружили одни директоры. Это катастрофа. Все, он нас сейчас поймает. Ай, Балди, быстрее.
Какой Балди, мама? Это директор. Две тетрадки осталось. Подожди, это был Балди. Да нет, это носок. Носок, директор, тележка. Кто это был, ребята? Соберитесь. Все, это просто... Так, я взял кассету. Я сейчас могу отмотать. А знаете почему? Потому что они все вылезли как директора. О, швабра уехала. Да какая это швабра, это носок. Это швабра. А вот это, вот. Все, попался папа у нас. Так, отматываем. Теперь быстрее заканчивай. Вон, Балди идет. А он сейчас пройдет мимо, смотрите. Потому что ты кассету поставил, правильно? Да. Опа, есть. Все, осталось теперь выбраться. Аккуратненько выбегаем в School Rules. Смотрите, какие они все смешные, все директора. Все серые. Седьмая, поехали. Все серая, унылая. Как и школа, да, когда после каникул первый день приходишь. Union Dress, мне нужен отдых, -5, -1. 6, -7, я не успеваю даже говорить. А, у Валерии, ты мне своим попала в глаз. Ну что, начинается что? Трэш! Трэш! Полетел. О, так быстро. Все, папе хана. Нет, он выжил. Папа. Вот, смотри, это директор. Это директор или кто? Нельзя бежать. Ну, это точно директор. А как же Бали выглядел тогда? Вот это, получается, он был просто серый, стоял. Это был толстый серый директор. Это был Кстати, Бали. Я вам скажу вот честно. Вот швабра. Мне носок понравился больше всех. Да нет, он нам глаза... Вау, ребята, с первой двери выход. Это круто вообще. Ребята, это... да. Мы вот такие глаза, носок сделал нам горящие глаза. Вот такие... Но это был самый крутой носок, согласитесь, такие глаза у него были классные, серенький светящиеся. Серенький бананчик, это вау, что? Ой, а что это? А что это за серая комната, тайная комната? Круто, это тайная комната. Это что, Майнкрафт уже? Нет, это просто какая-то комната, которую мы раньше не видели. Даже три комнаты. Подождите, надо отсюда вытекать, что-то там страшное какая-то, если честно. Директор. Ребята, кому понравилась эта серия? Ребят. Кто еще не подписан на наши три канала, присоединяйтесь к нашей большой семье, мы будем всегда рады. Ставьте свои пальчики вверх, нам будет очень приятно. Пишите комментарий. Да. Встречаемся. Следующий, мы всех очень любим. Ребят, вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Упс. Валерий, она же сломана. Ну, Валеришка, держись. Нужно бежать.